теперь нашел аналогичную плату, чтобы не было вопросов, показываю ее номер, который просто не включается. Вставил тестовый ПЗУ. Сейчас проведем тесты. Включаем тесты. Вот. С тестовыми ПЗУхами запуск прошел. И тесты пошли. Посмотрим, в чем дело. Таймер прошел. Думаю, каналы прошли. Обновление памяти есть. LS612 прошло. LS-8259 оба прошли. Процессор ошибка. Видите, сразу возможную цепочку дает. Клавиатура ошибка. Это 8042 дает ошибку. Соответственно, клавиатура дает ошибку. Читаем инструкции. Во время этого теста визитестер проверяет правильное функционирование процессора клавиатуры IT8042. В первую очередь визитестер генерирует программный сброс процессора 8042 и проверяет его результат. Если функция сброса проходит нормально, визитестер программирует процессор 8042 для проведения его самотестирования, записанного в ПЗУ 8042. Процессор клавиатуры 8042 запрограммирован на поддержку последовательного интерфейса клавиатуры IBM AP. Вот. Мы нашли неисправность данной материнской платы. Регистры и флаги процессора прошли. Теперь тестируется системная плата. Системная память. Здесь может не очень видно, обратите внимание, в начале все было голубым цветом, проверенные зелененькие загораются точечки. Видите, сейчас три строчки зеленые, две голубые. Сейчас попробую поближе показать. Вот, видите, три проверены, вот сейчас четвертая проверилась.
Все, 640 килобайт проверила, все прошло. Ну это я уже говорил, для портов нужны загнуты. Тест пошел на второй круг. На этом я закончу. Выключу. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.